Владимир, когда детей воспитывать уже поздно? Никогда, всегда после 5 лет. До 5 лет мы формируем личность ребенка и его возможности к свободе и к самореализации. С 5 до 12 лет мы формируем навыки ребенка и его пристрастия к творчеству, к познанию, к науке, к мышлению, к мировоззрению. А потом мы формируем до конца уже личность со своими особенностями. И здесь нужно проявлять максимальное уважение и такт, без какого-либо насилия, своим примером показывая, разговорами бесконечными. Можете хоть язык сломать, но нужно с детьми все время говорить, и как со взрослыми, про то, что такое хорошо, что такое плохо, про то, как себя нужно вести в тех или иных случаях, и что будет или не будет, если у себя будет случиться та или иная ситуация. То есть учить ответственности и позитиву. Все в ваших руках.